Всем-всем привет! Вы на канале Лайк Эльмира Влог. И сегодня мы будем распаковывать вот такой набор для выращивания грибов. Называется «Шампиньоны без теплицы». Это просто здесь на украинском написано. «Почерите без теплицы». Ну-ка, Эльмира, давай посмотрим, что там у нас внутри есть. Это у нас компост. Это идет инструкция. Эльмира, давай инструкцию посмотрим. Нет, это пускай остается. Вот инструкция. И вот так мы одели этот целлофан на коробку. Он выращивается в коробке. Вот так выглядит это дело. Сейчас мы берем вилку. И вот так взрыхляем, вот так землю. Эльмирочка, взрыхляй, вот так. Вот так, вот здесь сделать. Ну вот, даже слышно запах грибов. Вот здесь, в этой стружке, есть уже засеянные мицелии гриба. Этот набор создан для того, чтобы выращивать грибы. Ну, это очень увлекательное занятие, как для взрослых, так и для детей. И, Мирочка, давай этот компост будем высыпать поверх вот этой стружки. Бери, высыпай, Эльмира. Давай, Эльмирочка, высыпаем коробочку этот компост. Давай, я помогу тебе. Сейчас мы это дело все сделаем и покажем. Вот так мы высыпали сюда. Здесь сейчас распределяем, чтобы ровно было, чтобы этот компост покрыл эту всю стружку. Ну что, Эльмирочка, что у нас получилось? Грибы. Да, у нас будут, обещаю, через 2-3 недели уже можно собирать урожай. Ну что, посмотрим, да, Эльмира? Да. Всем пока-пока. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал и ставьте нам лайки. Пока.